есть люди активные, а есть люди пассивные, да, в чем заключаются активные? Активные идут в зал и начинают заниматься с тренерами, а пассивные думают, да я лучше посижу в кабинете, заработаю тех же денег и заключу договор с полицией охраны, возьму себе тревожную кнопку, если у меня будут какие-то проблемы, я нажму, я знаю, что ко мне приедут и мне всегда помогут.